Меня спасает только... Ай, веревка под напряжением! Вот что бывает, когда сильно торопишься. Нормальная штанина. И кусок отсутствует. Ну-ка, ну-ка, завтрак, завтрак. Такое чувство, что у нас правильное питание только за границей. Фундук, гранола, все дела. Только утром, потому что утром больше ничего не успеваешь съесть. Тут мы завтракаем. Слышишь, Ростик, тут момент такой, как мы потом после этой Италии будем жить. Да. Тут так вкусно. Приедем, а, там все по-другому. Где? Двигаемся на завод. Нам сюда надо показать достопримечательность. Она под напряжением. Let's go. Okay. And one more. Ancora macchi. Capito? Не, просто типа, понял, важный момент, хотел спросить, что мы будем кушать на обед, и Саша, Саня выдал первого. Вот попало в лоб. Это видео. Я не очень люблю. Ты пытаешься типа снять. Да, я пытался сказать, что у нас сейчас обед, мы двигаемся в рестик. Ciao, ciao, ciao. German one also more difficult. German I... Фух, мы приехали на обед. Ну, надо быть в маске, пока не сядешь за стол. Buongiorno. 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 Саня, ну теперь можно и на рыбалку. Да. Это аппетитно. Есть булы. Okay, 1 minute. The prepared color. Dai, Rosti. Sei andato, dovevi fabbricarle, sei andato in fabbrica? Eh? Ma è lui, eh? Mettiamo che sono la vernice, io va bene. Dica che piagna a te. Al massimo lo aggiungiamo dopo. Al massimo, applicazione. Все. На сегодня закончили. Да. Да. Вижу, у тебя тоже батарейки разведятся. Да, да. Я уже подустал за сегодня жестко. О, тяжко, тяжко. Сегодня вроде как второй день. Вот эти моменты с красками, там надо постоянно крутиться, вертеться для того, чтобы камера правильно передала цвет. И я скажу, что это не так легко, как кажется. Вот. Собираемся, едем ужинать, может быть, поплаваем.
все, на сегодня мы закончили. Я сейчас присяду в машину, запущу дрон. Если вам видно, вот там наверху есть какое-то заброшенное здание, либо церквушка. Хочу посмотреть, как оно выглядит поближе. I suppose nothing hurts you. Only pain. В Италии как-то странно работает сигнал. В горах он хороший, наоборот, где должен быть плохим. Над городом средний. Низко опускаешься лучший, а высоко, наоборот, худший. Все как-то наоборот. Эх, есть такое, походу, возможность или теория, я не знаю, что этот дрон так и останется в Италии. Но надеюсь, этого так и не случится. Приехали с завода, чтобы посмотреть, подходит ли ростик выкраска в машину. Камера не передает.